твою дочку, пока эти твари. Ненавижу! Оксанка, доченька моя, единственная. Ты осталась как деревья к твоей матери непутевой. Еще говорят, есть Бог на свете, да? Ну и где ты? За что мне это все? Все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты моя. Бой, ну наконец-то ты проснулась. Я думала, ты до вечера будешь спать. Давай, вставай быстренько. Давай, давай. Чего ты расшумелась? Вот, одевайся. Бабушка уже уехала, и я ее одна с двоих поздравила. Вот, а подарок подарим вечером перед спектаклем. А до этого нам еще куча всего надо успеть. Я не пойду в театр. Почему? Ну, посмотри на меня. Как я с таким пойду? Бодь. Ну, царапину чем-нибудь замажем. Ну, это же ерунда. Настроение твое поднимем. Бодь, ну хватит киснуть. Ты хочешь бабушку обидеть? Она же так хотела, чтобы мы все вместе, всей семьей, в ее день рождения сходили в ее любимый театр, на любимый спектакль к любимым актерам, а? Она же больше ни о чем нас не просила. Ну, вот так вот. Давай, вставай, у тебя есть 10 минут. Кофе уже здесь. Что, опять гулять пошли? Что-то здесь нечисто. Бабулечки, ау! Это я, Гена, открывайте! Да, Бодь, привет. Приехать к вам? Ну, конечно, могу. Скоро буду. Да, пока. Доброе утро, Светочка. Доброе утро, мам. Чай будешь? Нет, спасибо. А бабушка уже уехала? Да, уехала. На маникюр, прическу, оттуда сразу в театр. Светик, ты знаешь, я подумала... Я, наверное, не поеду с вами в театр. Я бабушку утром поздравила и не хочу своим присутствием портить праздник. А что за новости? Кому ты праздник испортишь? Папе. Ну и, конечно, бабушке тоже. Вы что, сговорились все сегодня? Так, мам, давай сначала ты выпьешь чаю. Сядешь, успокоишься. Присаживайся. Потом мы выберем тебе самый красивый наряд. Потом я тебе сделаю самый красивый макияж. И поход на праздник обжалованию не подлежит. У меня на тебя большие планы. Ладно, давай пить чай.
Алло? Катя? Что случилось? Не волнуйся, мы во всем разберемся. Да. Да, все, пока. Неугомонная, просил же ее не лезть в это дело. Алло, Саш, привет. Ты вылетел уже? Ага, еще в аэропорту, ясно. Люся в РОВД. Нет, во Львове в РОВД, да. Там говорят за покушение на твою Марину. Да я сам в это не верю, это бред. Понятно. Я звоню Троицкому, сейчас все выясню. Прилетишь, набирай меня. Все, давай, пока. Так, с Дариной потом разберемся. Сейчас на вокзал. На вокзал. Я тоже поеду. Пап, я все слышала про Люсю. Я поеду с тобой. Ты останешься дома. Сегодня юбилей твоей бабушки. И твоей мамы. Я Люду вытащу сам. Бабушке я все объясню. О! Доброе утро, Всеволод Иванович. Людмила Сергеевна... Меня это не интересует. Этот вопрос мы можем решить и без ее присутствия. Я вас слушаю. Я требую расторжения нашего контракта. Вы должны вернуть мне деньги и товар. Немедленно. Но это, к сожалению, невозможно. Товар уже отправлен. Я же не могу развернуть фуры с половины дороги. А меня это не интересует. Иначе я подам в суд. Подавайте. Но, во-первых, Людмила Сергеевна и Степан Петрович вправе решать такие вопросы. А во-вторых, их обоих сейчас нет. Обоих? Ну, так получилось. Степан Петрович на юбилее у матери, Людмила Сергеевна уехала в командировку. Вы приходите завтра. Во-первых, они будут оба. И, может, вы к тому времени передумаете. Значит, командировка. Знаю я эти командировки. Держи, как ты говорила, лежала на трюме у бабушки. Спасибо. Что случилось? Я там еще кое-что нашел. Случайно. Просто на нем лежала, и я случайно и прочел. Так что... Бабушка Нина с бабушкой Леной уехали? Представляешь? Могилку деда им захотелось навестить. Женщины. Алло, привет, ты где? Значит, откладывай поиски Дарины, у нас ЧП. Молодежь сбежала. Ну, бабушки наши. Придется снова за ними на хутор ехать. Да, давай. Значит так, никто никуда не едет, я сам со всем разберусь. Спасибо за помощь. Вначале разберусь с Люсей, а потом съезжу с нашими бабульками. Ясно? Ясно. Что у вас случилось? Что за люди? В доме куча народа, они никак решить не могут, что делать. Это вечно спешат, не успевают, возвращаются, плачут. А я крайний, да? Заводи мотор, глуши мотор, заводи. Где тут? Чего тебе? Кирюш, ну не кричи. Нет настроения, так и скажи. Я приду позже. Да ладно, подожди. Я не прав. Извини. С этим юбилеем никаких нерв не хватит. То они едут, то не едут, то снова едут, то не едут. И так на душе паршиво, они никак определиться не могут. А
Вы с Варварой так и не помирились? Это, наверное, все из-за меня. Слушай, извини, пожалуйста, я правда не хотела. Да ладно тебе. Ты тут ни при чем. Так характерами не сошлись. Ну да. И такое бывает. Доченька моя, господи, слава богу, что все в порядке. Почему тебя из больницы выпустили так рано? Как же ты, ребенок твой? Пап, не волнуйся, все уже в порядке. Всю дорогу на иголках, не мог места себе найти. В порядке. Ты подожди с чаем, ты мне толком-то объясни вообще, что тут происходит, черт возьми, что это Виктория тут? Да какая еще Виктория, ее в помине тут не было. Это все ваша ненормальная Люся. При чем тут Люся? Да при том. Я вчера вечером вышла выносить мусор. Она налетела на меня из-за угла и повалила на асфальт. Папа, она меня убить хотела. Люся здесь? Я вам и раньше об этом говорила. Но никто мне не верил, меня никто даже слышать не хотел. Вас, Саша, как будто бы загипнотизировали. Ну, доченька, ты успокойся, тебе главное не нервничать. Ну, теперь ты мне веришь? Я верю тебе, верю. Теперь тебя никто не тронет, ни Люся, никто другой. Ну, конечно, не тронет. Я все сделаю, чтобы ее из ментовки не выпустили. Слушай, ты, наверное, голодный с дороги? Нет, нет, я не голоден, спасибо. А ты куда? Я, да, так, мне нужно решить кое-какие вопросы. Я скоро. О, здрасте. Ну ты посмотри, ну а как мне теперь выехать? Ну ты сама видела, куда ты машину поставила. Да я на работу опаздываю, я тебе говорю, убери машину! Отстань от нее, или я сейчас тебя уберу. Ты что сказал? Мужик неприятности захотел?
Проходьте, пані Поліщук. За вас внесли заставу, тож наразі можете бути вільною. Ми вас більше не тримаємо. Валік. Я не знаю, хотів благодарити. Это последний раз. Больше можешь не рассчитывать на мою помощь. На все доброе. Бывайте. Валик, подожди, пожалуйста, я хочу. И близко не подходи к моей дочери. Ты думаешь, я предупредил тебя. Исчезни. Из нашей жизни. Здравствуй. Я думала, ты умер. Жив, как видишь. Правда, немного изменился. Но не до такой степени. Ребенок от Ромы? Нет. А чей? Тебе-то что? Вали, я устала, хреново себя чувствую. Я тоже был рад тебя видеть. Вика, Вика, что с тобой? Вика, что с тобой? Вика. Вызови скорую. Скорую вызови. Если честно, настроение вообще ноль. Да у меня тоже. Как бабушке сказать? Какой после этого юбилей, какой театр? Угу. Да уж. Все сразу и все сразу. Генка, не нагнетай, так тошно. Лень, а ты чего не одет? Ребят, вы извините, но я, наверное, с вами не смогу в театр пойти. Почему? Вот. Ой, еще один сюрприз. Лень, куда ты вляпался? Да я Дарину нашел. Хотел ей как-то помочь, накормить хотя бы. А она... Вообще, мне в таком виде вообще лучше на людях не появляться. Да нет, наоборот. На фоне своего фингала царапину Боди никто не заметит. Очень смешно. Шутник. Люсика, они тебя отпустили. Спасибо, Валик, он внес залог. Больше не буду с ними связываться, пусть сами разбираются. Катя, что он здесь делает? Надо было что-то делать. Я не знала, как тебя вытащить, Люсика. Не сердись, пожалуйста. Я подожду в машине. Привет. Тоже думаешь, что это я устроила покушение на Марину? Ну что ты, Люсь. Я уже один раз засомневался в тебе, и я до сих пор расплачиваюсь за это. Скажи мне, ты уверена, что это была Вика? Ты видела ее? Машина была с тонированными стеклами. Я не видела, но я уверена, что это она. Мой тебе совет. Обеспечь Марине безопасность. Лучше спрячь ее. Плюсь. Ладно, я поехала в Киев. Прощай. И вот еще. Галь, ну зачем? Перекусишь в дороге. Пап, не спорь с мамой. Давай, давай. Люся звонит. Алло?
Алло, Светочка. Привет, меня отпустили из РОВД. Еду к вам. Так и передай, пусть не волнуются. Конечно, я передам. Так ты будешь на юбилее, да? О, здорово. Тогда до встречи. Мы тебя целуем. Давай. Люся в Киев возвращается. Ну вот и хорошо. Значит, не надо никуда ехать. Пап, ты слышишь? Люсю выпустили. Не нужно никуда ехать. Я понял, понял. На 115. Вы с таким давлением еще на ногах. Так, я оформляю вас на стационар, все. Я не могу. Я не планировала. Так. Так, Виктория Алексеевна, послушайте. Этого никто не планирует. Доктор, выпишите мне какие-то таблетки. Я обещаю их принимать. Тихо. Осторожно. Да послушайте вы, милочка. Я же не советую, вы меня не поняли. Я настаиваю на срочной госпитализации. Вы останетесь здесь, в клинике, и проведете все обследования, которые я вам назначу. Только так вы сможете сохранить ребенка. Понятно? Алло, Маша, приготовь палату и все необходимое. Я думаю, вам следует сообщить мужу. Сейчас отвезу тебя в аэропорт и поеду в Киев. Надеюсь, успею к юбилею. Жаль, что я не попадаю на ваш праздник. Я тебе фотографию пришлю. Люсь, а в Львовском аэропорту есть дьюти фри? Надо Ромке какой-то итальянский вермут купить в качестве презента. Нельзя, чтобы он узнал. Алло, Ром? А я вот как раз сейчас вспоминала о тебе. Ты где? В отеле. 10 минут как проснулась. Вот, вышла на балкон подышать свежим римским воздухом. Красотень какая, Ром. Буду завтракать скоро. Присоединяйся. Катя, я в Риме. Ни в какой отель ты не поселялась. Где ты, черт тебя побери? Понимаешь, Ром... Ты только не сердись, пожалуйста. Ты у Люси? Сиди дома и никуда не высовывай нос. Я сейчас же вылетаю к вам. Я так понимаю, в аэропорт мы уже не едем. Зато на ваш юбилей я попадаю. Да не волнуйтесь вы так. Наша клиника одна из лучших. У нас работают настоящие профессионалы. Я хочу, чтобы мою жену лечили самыми дорогими лекарствами, импортными. Сколько бы они ни стоили, я заплачу. Ну что вы, Георгий Андреевич, деньги не главное. Для нас самое важное – это здоровье наших пациентов. А как же, деньги не главное? Я что, первый раз в больнице, что ли? Знаю я вас, альтруистов. Я надеюсь, вы меня услышали. Наташ, вот так сюрприз. Виктория Алексеевна? Ты что здесь делаешь? Работаю. Медсестра? Старшая. А что ж так? Вроде врачом была. Была и сплыла. Все, хватит. Наврачевалась я в государственной поликлинике за 3 копейки. Уж лучше я здесь медсестрой буду, но хоть нормальные деньги получаю. Подумать только. Предатель. Мне теперь некому доверять. Некому. Чего ты смотришь? Вместо того, чтобы...
проведать свою жену. Спросить, как она себя чувствует. Сразу после самолета помчался к своей преступнице. Мариш, ну... Ах, да извини. К невинной жертве обстоятельств. Ведь бедная Люсечка ни в чем не виновата. Эта стерва Марина на нее бочку катит. Дочка, успокойся, прошу тебя. А ты вообще молчи. Родной отец называется. Сколько ты заплатил за нее? Признавайся, ведь ты только ради этого приехал, чтобы спасти ее. Всем на меня плевать. Прекрати, Мариш, ну ты ведь знаешь, что это неправда. Ты просто сейчас ревнуешь. А Люда, она правда хочет тебе помочь. Не произноси ее имя при мне. Хорошо, я не буду, но представь себе, что она права. Вдруг Вика открыла на тебя охоту, вдруг она хочет тебя убить, а от нее можно ждать чего угодно, она ведь сумасшедшая. Почему ты веришь ей, а не мне? Почему? Мариш, ну... Что? Тихо. Давай сюда. Осторожно иди. Тихо. Дыши глубже, дочка. Тихо. Вот так, молодец. Дыши. Папа, я не хочу ее больше видеть. Доченька, ты больше ее не увидишь. Люда уехала из города. Она сюда больше не вернется никогда. Слышишь? Никогда. Как ты? Ужасно. Они за тобой плохо смотрят? Давай переведем тебя в другую клинику, самую крутую. Я договорюсь с самыми лучшими врачами. Не в них дело. Где бы я ни была, они мне до рода все равно не выпустят. Да и сама я никуда не пойду. Не могу рисковать его жизнью. Тогда лежи, отдыхай. Есть одно дело. Очень важное. Если я его сейчас не закончу, будет поздно. Так а я зачем? Только скажи, что надо, я все устрою. Мой милый Жор. Осторожно. Что бы я без тебя делала? Ну вот. Приехали. Ну чё ты ворчишь-то, а? Ну чё ты ворчишь? Какие мы молодцы, мы все успели. Дом проведали? Деда могилу убрали? И к Фаине на юбилей еще успели. А? Так позвонить надо Матвиенкам, что приехали уже. У них и без нас хлопот хватает. Чего появимся так неожиданно? Чего мы птицы какие-то важные, чтобы это сообщать? Приехали, не приехали. Ой, да нет, Ленка. Ой. Птицы мы теперь перелетные. Вот это точно. Вот это точно. Нин. А что ты оденешь на юбилей-то, а? А ты что? Вот, дашь ключи? Пойдем и определимся. Да? А? Ну, о, слава, вот, что, вот заулыбалась. Неисправимая ты, я Ленка, неисправимая. Да ты такая. А ну, посмотри. Хорошо. Как ничего и не было. Угу. Будь, мне кажется, тебе с распущенными волосами намного лучше. Нет. Я хочу, чтобы осталось так, как Оксана мне сделала. Мне так больше нравится. Хорошо. Давай побольше лак. Так, закрывай глаза. Так. Нинка, долго тебе еще? А? Уже заканчиваю. А то я боюсь опоздать на представление. Представление? Спектакль в театре. Ну, как скажешь. Слушай, а как мы будем добираться? На метро? Ну, на метро, ну, конечно, быстрее, но не привыкну я никак. Не лежит душа у меня к метро. Давай на автобусе. А ты номер хотя бы запомнила? А как же. 62-й. Идти недалеко. А там пешочком. Нина, а может быть... Позвоним Фаиночке, может, она волнуется, свой-то день рождения, но неудобно как-то, а? Ты права. Набери, вот там есть номер на бумажке. А,
Где-то ее тут был номер записан. Сейчас я... А вот, вот есть. Угу. Сейчас. Вкусно пахнет. Угу. Апельсиновая цедра с корицей. Очень кстати. Этого не было в рецепте. Это мое ноу-хау. Слушай, фантастика. Это надо запатентовать. Слушай, я тебя сейчас запатентую. Не хватало, чтобы мои труды исчезли, не дойдя до стола. Извини, пожалуйста. Давай ее пакуй. Угу. Кстати, где Света? Могла бы и помочь. Так они с Леней, наверное, уже кафе обустраивают. Ой, я надеюсь, они там не застряли. Мы же собирались вместе ехать на юбилей. Успокойся, все нормально. Не застрянут. А потом, после спектакля, все поедем сюда. Посидим немножко, выпьем пару бокалов шампанского. А потом тихонько все уйдем. И оставим маму с папой наедине. А они не будут настаивать на том, чтобы там проводить бабушку домой? Или... Нет, бабушку мы проводим сами. Я с ней уже договорилась. Так. Лень. А? Поправь ты внизу немного. Да, сейчас. Да. Ну? Так лучше. Так, ну что? Вроде все готово. Я считаю, это хорошая идея. Наконец-то у мамы с папой будет возможность поговорить, помириться. А ты мне большой молодец. Спасибо тебе за помощь. Так, ничего не забыли. Цветы купил? В машине, Галина Сергеевна, все под контролем. Хорошо, подарок. Подарок есть, мам, не волнуйся. Мам, на минутку. Что еще случилось? Мам, слушай, когда мы все уйдем из кафе, ну, потом уже, после театра, вы с папой останетесь одни. Сможете провести вечер вместе, понимаешь? Ты думаешь, из этого что-то получится? Получится, мам. Добрый день. Какие вы все нарядные. А может, вы уже поедете, а то опоздаете, а Фаина Марковна будет волноваться. Да никуда мы не опоздаем, еще ему времени. Слушай, а может, вы поедете с Кириллом, а мы со Светой быстро приоденемся и сразу за вами. А ты не забыл, что вам в кафе еще продукты завести надо? Ребят, вы, наверное, езжайте, а мы сегодня вас догоним, ладно? Давайте. Слушай, Леня, Люси почему-то нет. Неужели она не приедет? Свет, главное, чтобы вы успели, а то вас весь театр ждать не будет. А Людмила Сергеевна, я думаю, приедет позже. Да. Назло. На самом подъезде к Киеву. Алло, девушка, здравствуйте. Я стою в 5 километрах от Киева по Житомирской трассе. Мне срочно... А... Ясно. И вам всего хорошего. Что? Нет свободного эвакуатора. А. Ближайшие через 2 часа. Ну что же делать? Что делать? Колесо менять? Говори, что хотела. Да, что-то мне сегодня так дурно и... Все тело знобито, голова как чугунная. Говорят, вирус какой-то новый ходит. Ты по этому поводу так намазюкалась? Вирус кадрить? Мой ответ нет, я тебя никуда не отпускаю. Ну, Оксана Ивановна... Ты отгул брала? Брала. Обещала отработать? Вот и отрабатывай. Значит так. Если я узнаю, что кто-то ушел раньше с работы, уволю обеих.
подмени мне, пожалуйста, мне очень надо. Ты что, ее не слышал? А если она вернется? Ой, да не спеши, ты видел, как она быстро смылась? Наверняка кахалю. Раньше завтрашнего дня не жди. Ну! Человечески просил. Может быть, в наш дом поехал, и там меня ждет. Забросила в багажник. Вот поэтому никогда я не хотела иметь машину. Вообще, это не женское дело – колеса менять. Если, не дай бог, накроется что-то внутри, никого рядом нет. Брось, Катюш, женщины все смогут. Посмотри, который час. Сейчас. Да, не смогу посмотреть. Батарея села. Да. Катюш, ты прости, но домой заехать, телефон зарядить не сможем. И так сильно опаздываем. Хорошо. Главное, в пробку не попасть. Здравствуй, Степа. Я подумала, что тебе сегодня нужна будет моя поддержка. Ира, я же сказал, не надо. Надо, Степа. Надо. Красивые цветочки. Сам выбирал. Ты шикарно выглядишь. Лучше всех. Спасибо. Лучше всех у меня ты. Где наша именинница? В кафе все завезли. И твой бисквит посыпали пудрой. Блин, забыла. Свет, ну ты у меня самая лучшая. Что, Фаина Марковна? Да. Спасибо. Бабушка! Ага! Какая ты у нас красивая! Девочка. С днем рождения! Спасибо. Ого! Ну что, угадали с подарком? Ну, конечно! Фаина Марковна, прекрасно выглядите. С днем рождения еще раз. Спасибо, Галочка. Ты тоже. Фаина Марковна, поздравляю. Спасибо. С днем рождения. Спасибо, мальчишки. Спасибо. Добрый день. Поздравляю. Спасибо. Лен, смотри, бабушки наши. Лен, это тут? Ага, видишь, вот наши где? Собрались. Да вот, вот, ты что, слепая, не видишь? Идите к нам. Ну что, пойдем сдаваться. Пошли поздравлять. Наши дорогие, ну, мы за вас так переживали. Уехали, ничего не сказали. Ну, простите нас, ради бога, так домой потянула. Богданочка, ты такая красавица! Ой, Фаина. Фаиночка Марковна, 65 лет, это тебе не кот чихнул, а? И поэтому мы с Ниной хотим пожелать тебе огромного здоровья. Спасибо, девочка, спасибо. Thank you.
Я хочу вас всех кое с кем познакомить. Это моя мама. Катя! Вы? Вы какого черта делаете в моем доме? Роман Ильич, а это разве ваш дом? Мы думали, что это атамана нашего Георгия Андреевича. Какого еще атамана? Жоры, что ли? Да. Ну что, жив? Где он? Он скоро будет. Может, вы присядете пока за стол, там, чая? Всем здравствуйте, Фаина Марковна, с днем рождения. Спасибо. Ирочка, а что ты тут делаешь? Ты должна быть на рабочем месте. Да я на минутку забежала поздравить. Мне кажется, минутка прошла, так что тебе пора, правда? Вы извините, мне и правда уже пора. Всего доброго. Ну, мы идем смотреть Швейка или будем здесь мерзнуть? Ой, идемте, девочки, вперед. Хорошо, моя, ты, наверное, иди с остальными, я пойду, мне пора тоже. Нет, ты пойдешь с нами. Я куплю билет. Пойдем.